О погоде в пятницу расскажет Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». Только в медицинском центре «Семейный доктор» консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Более 1000 видов лабораторных исследований. Все виды ультразвуковой диагностики, герудотерапия, лазерное лечение, процедурный кабинет и многое другое. «Семейный доктор» ждет вас. Железнодорожная, 34, телефон 500-411. 21 октября, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ожидается ночью 3, днем до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и к вечеру составит 776 миллиметров ртутного столба. Переменная облачность и временами дожди. А в народном календаре 21 октября – Трифон и Пелагея. В народе с этого дня активно готовились к наступлению зимних холодов и наблюдали за облаками. Если плывут низко, ждать морозов в ближайшее время. А если луна в кругах, лето обещает быть сухим. А наш спонсор, медицинский центр «Семейный доктор», желает вам прекрасного самочувствия осенью. Здесь вас ждут ведущие детские и взрослые травматологи и ортопеды. На этом все. До встречи!